Матиас поручил искать для братства пацанов, ну, чтоб сильные были, там особо не возникали, делали все, что скажут. Ну, дебилов, короче. Ну, если кто выступать начинает, ну, мы того сразу урабатываем по полной. С тёлками все сложнее. Тут Матиас сам решает, кого там в жертву принести, кого для обряда оставить. Ну, короче, дело темное. Вот обряды эти типа священные, не знают. Некоторые из братвы реально начинают во все это верить. Так-то Борьми здесь точняк что-то управляет, оно, короче, никого отсюда не выпускает. Отец Матиас втирает, что это типа там дух императрицы Солнца, он напрямую там с ней баранит. Я за эту заяву ничего не скажу. Да я не заморачиваюсь. Я выжить хочу. Заклинило.
Что происходит? Как можно так жить? Октября 1994 года. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих идей. Волны и ветер привели ко мне именно тех, кто идеально подходил для создания Братства Солнца. Людей сильных телом и слабых духом. Бури сломили их волю, превратили в беспомощную протоплазму. Я же помог им вновь обрести себя, обрести смысл своего существования. Теперь они служат мне, а значит и ей. Великой императрице Солнца. Никто не посмеет отрицать очевидное. Это она указывает мне путь. Это она повелевает всем, что здесь происходит. Скоро все братья поймут это. Она повсюду на этом острове. Она сама этот остров. Но... Братство Солнца должно расти. Мы наберем столько людей, сколько сможем. Я издам законы, разработаю кодекс, по которому будут жить братья. Жить и неустанно трудиться во имя императрицы Солнца. Пока я ищу ключ. Oh!
заперти. Но я знаю где. Поднимайся, вместе их вытащим. Отсюда мне не забраться. А, черт. Так, ну, тут есть канатная дорога. Попробуй по ней перебраться на ту сторону. Хорошо, уже иду. Вероятно, в этой НРО какой-нибудь военачальник хранил свои приказы и печати. Thank you.
покрыты золотым лаком Энро лежат письменные принадлежности. Вероятно, она принадлежала писцу или историку. Церемониальная чаша династии Сун. Первый век нашей эры. Великолепная работа. January 1, 1997. Мое братство Солнца растет и крепнет. Воинов братства становится все больше, и они все сильнее с каждым днем. А я тем временем узнал все необходимое для осуществления моего плана. Пришло время выдвигаться вглубь острова. Мы построим свой город высоко в горах, рядом с древним дворцом. Там будет легче обороняться от хранителей Они, и, что важно, оттуда можно быстро добраться до любого места на острове. Потому что абсолютно все, кто еще появится здесь, должны быть пленены. Я знаю, что ищу. Ключ к спасению, к долгожданному бегству отсюда, а, возможно, и к гораздо большему. Да, на это могут уйти годы, но я ее дождусь.